в старое доброе время настенная подушка представляла из себя плоскую поверхность. И поэтому было очень удобно тренировать удары, которые, ну, условно говоря, прямо вперед, сбоку вперед, снизу вперед. Вот эти ажурные подушки несколько вот другое. А вот представим себе, что вот нижняя часть этой вот подушки — это та старая советская подушка. Поработаем в добром режиме, как в прошлое время. Удары надо сводить, как бы, понять, вот по пологой траектории вперед, не зачерпывая на себя. А, например, прямые удары, с ними все понятно. Это движение вперед. Боковые удары от себя, нижние от себя. На примере, допустим, крестов. Ну, как вариант. Вот удары сбоку, удар сбоку, удар снизу, удар снизу. Видите, движение вперед. Я не черпаю по боковой поверхности. Это ошибка. Цель-то у нас плоская. Мы же бьем по людям, а не по динозаврам. С глазами на затылке. И поэтому вот крестообразные связки здесь. Вот я сбоку, снизу, снизу, сбоку, снизу, сбоку, сбоку, снизу. Видите, да, что я вперед, вперед пробиваю, вперед, вперед. Видно, да, что вперед движение у меня. Абсолютно прямо. И поэтому вот старайтесь в основном работать на плоских подушках. Вот этот придумал какой-то злодей. Вот такие вот изразцовые варианты. Спасибо.